сказать так. Вот вы задали вопрос, а будет ли у нас Шенген. А я хочу задать вам встречный вопрос. А зачем? Вот зачем Украине Шенген после всего того, что Украина сделала? Зачем Украине Шенген после того, что Украина выполнила? А самое главное, зачем Украине Шенген, если все, кто хотел, давно его имеют, а все, кто не может его получить, туда и не поедут, даже если он 100 раз будет. Хорошо.